С коронавирусом госпитализировали сегодня первого казахстанского космонавта Токтара Аубакирова. Сейчас он находится в городском инфекционном центре с диагнозом двусторонняя пневмония. 75-летний покоритель космоса обратился в больницу медицинского центра управления делами президента еще 21 августа. Токтар Аубакиров жаловался на кашель и общую слабость. Прибывшие к нему домой сотрудники неотложки взяли материал для ПЦР-анализа. Результат оказался положительным. Вчера, в понедельник, 23 августа, пациенту выехала мобильная бригада. После обеда проведена компьютерная томография органов грудной клетки, при которой была обнаружена полисегментарная вирусная пневмония, КТ-1. Пациенту была предложена госпитализация в инфекционный стационар, от которой пациент отказался. А сегодня утром, после проведения беседы с пациентом, он был госпитализирован в городской инфекционный центр.